Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Юрия и Лариса Ивановой Лайф. И сегодня мы снимаем видео, как мы готовим аджику на зиму. Этот рецепт у нас 2018 года, он у нас уже прижился. И вот, как видите, вчерашняя порция. Мы уже сегодня чашку съели. Аджика это очень острая. Этот рецепт мне дала Лена. Спасибо ей огромное, не устаю повторять, потому что эту аджику мы съедаем всегда в первую очередь. Что для этого аджики нужно? Ну, сегодня я буду делать на килограмм помидор и почти килограмм перца. 100 грамм горького перца, 100 миллилитров подсолнечного масла, 100 грамм чеснока, соль по вкусу. И нужно перекрутить это все и варить. Вот и весь процесс. Быстро, несложно и очень просто, но неимоверно вкусно. С помидор я сняла кожицу. Перец у меня просто обрезала хвостики и помыла. Сливаю в кастрюлю и сразу ставлю кипятиться. Я положила в кастрюлю перец горький, перец сладкий, помидоры. И вылила масло. Осталось только чеснок, но это в конце варки. Ставлю на огонь и варю. Полтора часа у меня проварилась аджика. Сейчас я сюда окладываю чеснок и солю. Солю по вкусу. Кладу чайную ложку с горкой и перемешиваю. И теперь после того, как я добавила чеснок, еще минут 10 поварю. Ну что, достаю банки стерилизованные из духовки. Заполняю аджичкой. Я полными заполняю баночки и накрываю крышкой и закручиваю. Юру попросила применить силу. Вдруг я не докрутила. Всем привет! Да у Ларисы хватает сил. Я нисколько не подкрутил. Все отлично. Она у меня женщина. В избу горящую войдет. Коня остановит на ходу. На скаку. На скаку. Ну сейчас закрываем в тепленькое местечко. И вот из данной порции, что я вам показывала, получилось две баночки. Что я хочу сказать. Эту аджику можно превратить не в острую, а в нормальную, чтобы есть ложками. Если вы не положите столько острого перца. И ее можно использовать, кушать ее можно. С первыми блюда, со вторыми можно на хлебушек просто намазать. И колбаску не забыть. Класс. Просто замечательно. Так что готовьте аджику. Вот видите, две баночки. 750, да, миллилитров. Они. Наверное, да. Вот, то есть полтора литра получилось. Очень вкусно, всем рекомендую. Закрываю и переворачиваю. А то для некоторых это так важно, что я не переворачиваю. Поэтому я для вас перевернула. Спрашивают, а почему вы не переворачиваете банки? Ну вот, я для вас перевернула банки. Все закрыла, и теперь до полного остывания они у меня будут стоять. Всем пока-пока, всем хорошего настроения, удачных вам всем заготовок. Пока-пока. Вот я вам еще раз показываю ту порцию вчерашнюю. И вот эта вот полная банка была, мы ее, видите, кушали. Смотрите, она темнее, тут помидоры, наверное, были. Народ просит, чтобы я пробовал, или мы пробовали. Другого сорта, но она очень острая, поверьте. Сейчас попробуем. Смотри, как отличается. Это вот была, это вот сегодняшняя, видишь, цвет. А это вот вчерашняя, смотри, какого цвета. Из-за чего отличается? Ну, помидоры были у меня другие. Во рту горит, но не так сильно, ну, классно. Колбаски нет. Ой, вот это плохо. Или сальца. Какая вкуснотища. Ну, поверьте, ребята, попробуйте, приготовьте. Можно и с мясом. Ну, просто обалдеть. Еще раз всем пока.